У эфире программа «Новины региона» у студии Кристина Каранкевич. Витаю вас, глядите у гэтым выпуску. Новая скульптура упрыгожит кличу до дожинок. Як скульптор Андрей Веравьёв створая рог богатя, покажем у репортаже. Выник полета думок и творчести. Больше як на 2000 пейзажей пополнилась коллекция областного мастацкого музея по водле международных пленеров. Плануете выходные? Что обещая надворье? Жнево у Могилевской области практически завершено. Засталось убрать менее за процент площади збожевых и зернебобовых культур, а так само гречки и проса. Теперешний выник, по для оперативной информации, 1 170 000 тонн збожжа. Селяне рыхтуются справлять дожинки. До областного фестиваля Кермашу, який отбудется у Кличеве, могилевский скульптор Андрей Веравьёв робить новую скульптуру. У Кличеве дожинки – это такое символичное свято. И это рог богатца. Это то, что мне придумалось, модель сусвету и, в принципе, символ нашего добробыту. У майстерни скульптора идет работа. Покой рог богатца лепится с глины, потом будут гипсовые формы и кончатковый вариант зробят с бронзы. С этого рога богатца сыпятся знакомые сюжеты и повседневные речи. От вязковой хаты и городских пейзажей с усим светом под крылами бусла до смачных харчов. Это горбуз, перцы, которые злеплены из натуры, кукуруза, жито у снопе. А далее бульба, без якой белорусы не уявляют себе стол и житё, огурки, молоко, хлеб, яйки и шмат чего інше. Рог богатця можно обходить экскурсией и находить все новые цікавостки. Ну и мясную продукцию представляет колбаска и кумпячок. Андрей Веравьёв працює уже над 4-й скульптурой, примеркованной до дожинок. Городские студенты, Круглянская подкова, Кировский сноб. И вот теперь рог богатя. Специально для Кличева. Причем рог великий, бо вышиня скульптуры 2,2 метра. И, кроме всего того, что можно докранаться, чего хочется, можно разом загадать некое потаемное ожидание и таким чином сфотографоваться, тримаючи рог своего счастья. Интервью Андрея Веравьёва, у яким могилевский скульптор рассказал не только про дожинковский рог богатства и его философию, але и про свои иншие творческие проекты, глядите в информационно-аналитичной программе «Днями». Мэры за экономичный рост. Новая инициатива Европейского союза, якая реализуется в регионе Усходнего партнерства, пришла на Могилевщину. С ее познакомили на семинары, который прошел в Могилевском технопарку. Реализацию инициативы Европейского союза «Мэры за экономичный рост» распочали у 2017 году. Проект уже развивается у 6 краинах Усходнего партнерства. 150 муниципалитетов подписали погоднение и працуют над выполнением обязательств, которые на себе взяли. В Евросоюзе сейчас очень много лет уже это было так, что не только на уровне правительства, но тоже на уровне регионов и на уровне местной администрации занимается тоже, скажем так, экономическим развитием. И это главная идея нашего проекта. Як забезпечить экономичный рост минавито на местах? На такое пытание и повинны допомогчи отказать керовники проекта белорусским администрациям районов. Тут у допомогу, безумовно, депутатский корпус. Выбранникам народу добро зразумела мета новой инициативы. Могилевская область не упершиню супрацовнейшая с замежными международными организациями. Выником такой працы, до прикладу, стало заявление у Хотинского завода по переопрацовке смети. Великие сподевания и на новую инициативу. Данный проект мы видим как еще одну возможность нашим регионам получить опыт сотрудничества, получить финансовую поддержку и, самое главное, привлечь самих граждан для реализации новых идей, которые будут способствовать развитию конкретного региона. Удельником проекта может выступать любая администрация. Первым кроком необходимо распрацовать стратегию развития. Что до терминов, то инициатива различена на 4 года. Олеся Рыбалка, Миколай Соболев, новин региона. У суботу 9 вересня жыхары в области смогут традиционно звернуться с питаниями до представников улады. Прямые телефонные линии пройдут у Могилеве и Бобруйску, а так само во всех райвыконкамах в области.
Так, у Могилевском облвыконкаме у гэты раз вы можете задать свои пытания по оценоутворении экономицы инвестиционной деятельности, выказать пропановы и пожаданні у сферы оказания послуг и гандлю, страховой деятельности и развитию будовничего комплексу. С 9 до 12 годин по телефоне 50 18 69 на сувязи наместник старшини облвыконкама Виктор Некрашевич. У той же час у Могилевском гарвыконкаме разобраться с вашими зворотами да поможет наместник старшини Алла Галушка. Номер телефона 42-21-02. А наместник старшини Бобруйского гарвыканкама Александр Маркачев будет принимать ваши пытания по номеру 76-21-41 у Бобруйску. Радио Могилёв урочисто отзначило свой юбилей. 20 год тому, 15 вересня, на ультракоротких хвалях загучали позывные нового Радио Могилёв, первой региональной станции Беларуси. И это был саправдный прорыв. Радищики принимают віншаванні с днем народжения. Радио Могилёв – это коллектив у два десятки человек. Работники эфиру и те, кто робит гучанне радио технично махчимым. Як и 20 год тому, не глядячи на высокую конкуренцию, Радио Могилёв близко каждому своему слухачу. Ну, мы всегда стараемся идти в ногу со временем и жить в современности, в реальности и совмещать интересную и современную, опять же, музыку, плюс новости, которые волнуют регион, как держать слушателя в курсе событий, происходящих в мире и республике, так и в первую очередь, как региональная радиостанция, сообщать о том, что происходит рядом. Всегда, конечно же, Радио Могилёв, оно формировало в том числе, значит, политику города. Это очень важно. И сегодня я с удовольствием пришел вот на данное мероприятие. Все, 20 лет, вот очень много сделано. Коллектив творческий, коллектив красивый, коллектив молодой. За час існавання Могилевское радио выховало 3 поколения радищиков. Их добре ведают по голосах. Шиковный бас Олега Хлыстова 10-годзі з'являвся брендом Могилевского радио. Менавіта Олег Васильевич первый зробил на радио музычную передачу «От сердца до сердца». Теперь легендарного диктора можно убачить у телеэфиры. Это очень торжественный день, все-таки 20 лет, это уже возраст почти что мужчины, но уже не юноши. Я другой раз смотрю и прослушиваю каналы, и телевизионные, и радио. Я считаю, что достойное радио и занимает свое место, свою нишу в общем эфирном пространстве. Многие, кто працует на радио, отдали этой профессии все свое життё. Для других это стало добрым подмурком у карьеры у СМИ. Менавіта дякуючи радио, я отшула асалоду от гучання белорусской мовы. Радио для меня это школа життя. И дякуючи радио, отбылось у меня как ставление журналиста электронных СМИ. Ну и с коллективом мы состракаемся зараз вот по-соправдному, как с родными людьми. Повіншаваць радыйшчыкаў прыйшлі тыя, хто дапамагае ў аператыўнай працы радыёжурналістаў, прадстаўнікі абласных і гарадскіх уладаў розных структур. Насамрэч, так атрымалася, што сёння ў тэлерадыёкампаніі Магілёў двайное свята. 8 сентября вышел в эфир канал «Беларусь-4 Могилев», наше областное телевидение. И второй – это день рождения радио Могилев. 20 лет назад в эфир вышла первая в стране региональная радиостанция. Это очень сложно быть первыми, но я уверена, что у нас все получится, потому что мы любим своих зрителей и слушателей, и надеюсь, что они ответят нам взаимностью. Радио Могилёв – это больше за 30 проектов. 96,4 FM на своих приемниках шукают аутоаматоры, вяскоўцы, жыхары райцентру, Могилёва, прилегающих районов інших в области и нават российского примежжа. Радио Могилёв слухают у интернете и сошить за радийным житем у социальных сетках. Радио для кожного. Алина Соловьева, Виталий Алексеенко. Новини региона. Больше, як на 2000 полотна у пейзажа пополнилась коллекция областного мастацкого музея по выниках международных пленеров. 22 года у Могилевской области ладится форум в образ родимы у явленшем мастацтве. Все лето он был просвечен 145-годию с дня нарождения нашего земляка Бялынинского Берули. Теперь у областным мастацким музеем Павла Масленникова организована выниковая выстава. У 1996 году первый пленер в образ родимы у выявленшем мастацве так само присвятили Бялынскому Берули. Спочатку это был белорусско-российский проект, теперь международный. По традиции 10 пейзажистов с Беларуси и России починали форум у Тульской области.
Там очень сильная энергетика, и он хорошо писал, там писалось Толстому в этой Ясной Поляне. Он любил это место. И мы решили тоже попробовать пописать. А в Белочек мы писали Крынки, писали другие пейзажи. Ну, продолжение этого эмоционального, скажем, такого заряда, который получили там и в Ясной Поляне, и в Поленово. То есть там где творили великие, оно как-то через время, оно все дает какой-то импульс такой, и заряжает энергетикой положительной. Я познакомился со многими художниками, которых до этого никогда про них не слышал и не знал. Вот замечательные люди, белорусские, так сказать, жители тоже очень приветливы и доброжелательны к художникам относятся, я заметил. Вот, все как бы радушно встречали и что-то рассказывали, показывали, сходи туда, посмотри вот эту церковь. У пленэры прымаюць удзел мастакі з розных краін, як блізкага, так і далёкага замежжа. На радзіме яны вядомыя майстры. І хаця працуюць яны ў рэалістычным жанры, у кожнага жывапісца свая адметнасць, свой стыль. Очень интересный взгляд, на самом деле, с художников из разных стран. Очень необычное представление нашей природы, белорусской. Работают профессионалы, и, сами понимаете, плохого здесь не может быть представлено. 23 пейзажиста по выниках теперешнего пленэру передали музею имя Масленникова по 3 картины. Але еще есть такой момент, когда мастак у денег пленэра, после пленэра, дурит свои коллекции. И мы этот момент назираем не только сярод белорусских мастаков, але и русские мастаки так само дурят свои мастацкие творы у великой колькости, целыми коллекциями. А праз организацию пленэру в образ радзімы у выяўленчым мастацтве за 22 годы мастацкому музею имя Павла Масленникова удалось замацаваць сувязі с розными музеями России, прадстаўніцтвами посольствов Италии, Ирана, Латвии, Китая. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, новины региона. Узайсці на п'єдестал гонару і потрапить у сборную в області. Юные боксеры Могилевщины вызначили лепших на Олимпийских днях молоді. За узнагороди турниру змагалися 48 удельников. На вирішальних боях побывал и наш корреспондент Илья Соболев. Паўсотні спортсменов и 10 комплектов медалей. Олимпийские дни молоді собрали в областном центре самых перспективных боксеров региону. У гости до могилевчан приехали соперники со Славгорода и Бобруйска. Менавіта апошнія и навязали боротьбу господарам ринга. Так у одним из финалов могилевчанин Константин Малахов одолел бобруйчанина Владислава Хомякова. Три-два выиграл, бой был хороший. Соперника знал, получается, я с ним еще когда по школьникам боксировали вместе. Бой был тяжелый там. Знал, что левша, конечно, немного не получалось, пропускал много. Ну, выиграл, старался. А вось у больш лёгкай вазе 56 кілаграм фінал атрымаўся бабруйскім. Александра Радзівонава аднагалосным рашэннем суддзі прызналі мацнейшым за Івана Шыманеца. Финальный бой был с чемпионом республики тоже. Мальчик был неплохой, выше меня намного, но это не помешало мне выиграть. Я провел 2 боя и уверенно победил в них. Есть боксеры, которые радуют из года в год, то есть постоянно совершенствуют свое мастерство. Вот сейчас вот 2001 год он начал боксировать по молодежи, это уже 3 раунда по 3 минуты, 3 по 2 было вот в прошлом году, то есть, естественно, тяжелее. Вот, ну, смена растет. А какая она будет достойна, мы уже увидим по результатам их выступления на республиканском международном уровне. По выниках турниру 14 лепших боксеров сформовали сборную Могилевской области. У конце вересня она выступит на республиканских днях молоди у Гомеле. Илья Соболев, Виталь Вопсев, новины региона. Дажджы скончыліся, у дзень стала цяплей, ці то яшчэ будзе, прагназуюць сіноптыкі. Выхадныя ўрэшце павінны ўдацца. Нябесная канцылярыя абяцае пацяпленне, праўда, толькі ў дзень. Начныя тэмпературы адпавядаюць усё ж восеньскім. У суботу ў дзень паветра па вобласці прагрэецца да 23 градусаў, пераважна без ападкаў. У нядзелю слупок тэрмометра паднімецца да 25. Кароткачасовыя дажджы магчыма ў асобных раёнах вобласці. Панядзелак 11 верасня таксама будзе цёплым, без істотных ападкаў. Уначы плюс 12-17, у дзень до 27, выше за 0. Далее докладно прогнозовать синоптики не берутся, усе ж на дворе, але спадзяемся, теплыня затрымается. Усе новины про жыццё в области на нашем сайте tvrmogilev.by. Я с вами развитываюся. Дякую, что были с нами. До встречи.